Всем привет, с вами ваша Антоняшка. И сегодня я вам покажу один день из моей жизни. Через 3 дня первый учебный день 3-й четверти. И вы думаете, я готова? Нет. Что насчет домашнего задания? Нам задали 2 презентации, всем как бы по одной, но я по литературе сама попросила. Сказали, кто хочет, я сказала, я. В общем, я ее сделала, по обществознанию тоже сделала. Потом по русскому нам задали прорешать 5 вариантов ВПР. Я прорешала где-то 4, 5-й начала, но не доделала, вместе мы доделаем. Сейчас я вам покажу презентации. По литературе задали выучить огромнейший отрывок, я не выучила его. Такая начала перед Новым годом, такая думаю, потом. В итоге уж 6 января я ничего не выучила. Вот эти 2 презентации, одна по обществознанию, а вторая по литературе. Не удивляйтесь, что это копия, просто я постоянно перестраховываюсь и создаю копию. У меня оригинал, они ничем не отличаются, просто на всякий случай. Вот презентация по обществознанию. Нет ничего необычного, цели, задачи, методов, история, плюсы, минусы, личные качества, место работы, собственно, все. Презентация по литературе. Там где-то такое-то, и все самое интересное. Сейчас 10:30, я сижу, как обычно, смотрю Винкс. В прошлом видео вчера я вам показывала, что я смотрю 4-й сезон. Я, в общем-то, вчера его досмотрела, сейчас начала смотреть 5-й. Но память-то короткая у меня, я уже ничего не помню, хотела пересмотреть. И мне же надо делать русский, решать все варианты. Сейчас вам покажу, что я уже сделала. Первый вариант. Тут уже второй. Третий. Четвертый. Видите, даже до середины тетради дошла. И вот тут начала 5-й. Я наконец-то доделала это. Ура. Я бы сделала это намного быстрее, но, как обычно, я смотрю разные видео. Например, сейчас я смотрю старые видео Саши Айс. Они просто мне попались в рекомендациях, поэтому я решила, почему бы и нет. И сейчас уже 12:30, уже хочу кушать, поэтому я иду кушать. Прошло too much времени, я буду красить. До прошлых кадров прошло очень много времени, сейчас уже 7:30. Я покушала, я все это время рисовала. Сейчас я демонтирую это видео, попробую сделать обложку, потому что мои мне не очень нравятся. Вроде бы, когда я их делаю, у меня постоянно получается по-разному, и каждая вроде бы мне нравится. А потом, когда я выгружаю видео, я смотрю, что обложки, которые находятся рядом, вообще не сочетаются с собой. Мне очень грустно, я опять пошла на YouTube смотреть ролики, как делать обложки. Надеюсь, что у этого ролика будет норм обложка, которая и подойдет, станет новым стилем на канале. Я вас всех очень люблю, обязательно не забудь подписаться на мой канал, мне будет очень приятно, я очень сильно для вас стараюсь. Сейчас на последних днях каникулах. Хочу снять побольше роликов, чтобы потом их выкладывать, потому что вряд ли у меня будет время, но я всех очень сильно люблю. Всем пока!